белый песочек красивый. Растаскаем котам на горшки. Они такие хитрые, они придут вот здесь, как раньше, по мне песочки. Нашего маленького, уютного и неповторимого уголка природы «Золотое поле». Приветствую всех, кто готов менять действительность к лучшему и сохранять все то, что уже радует глаз. Доброе дело всегда значимо, а если оно еще имеет продолжение, то оно важно вдвойне. 8 лет, как наш родной Крым воссоединился с Россией. За это время выросли или капитально обновляются жилые дома, открываются новые объекты Кировского района, как и весь Крым превращается в район цветущих садов, аллей, парков и зданий. И сегодня для всех жителей села происходит еще одно историческое событие. Открытие после благоустройства дворовых территорий по адресу село Золотое Поле, улица Центральная, домов 20, 22, 24. По улице Тагакова дома номер 1, номер 3, номер 5 и номер 7. В рамках государственной программы формирования современной городской среды по соглашению между правительством Москвы и Советом министров Республики Крым. Наша задача – преображать ту территорию, на которой мы с вами живем, и создавать комфортные условия для нашего с вами проживания. Почетное право перерезать красную ленту в честь открытия дворовых территорий после благоустройства предоставляется председателю сельского совета, главе администрации Золотополинского сельского поселения Пахомчук Ольге Владимировне, главе муниципального образования Кировского района Республики Крым, председателю Кировского районного совета Гуцул Елене Васильевне и главе администрации Кировского района Республики Крым Янчуковой Елене Михайловне. Аплодисменты, дорогие друзья! Ура! Ленточка перерезана! И мы приглашаем наших почетных гостей и зрителей подойти к концертной площадке. Ленточка перерезана. Наша дворовая территория после капитального ремонта чистая, красивая, комфортная, открыта! Ура! Теперь здесь днем и вечером будут слышны и детский смех, разговоры взрослых, будут играть музыка. Дата открытия дворовых территорий после благоустройства войдет в летопись истории Кировского района. На наш праздник собралось много гостей. Тех, кто помог в этом прекрасном начинании. Тех, кто всегда поддерживал добрые инициативы и заботился о процветании своей малой родины. И тех, кто просто ждал обещанного и пришел посмотреть на все это воочию. Слово для приветствия и поздравления предоставляется председателю сельского совета, главе администрации Золотополинского сельского поселения Пархомчук Ольге Владимировне, главе муниципального образования Кировского района Республики Крым, председателю Кировского районного совета Гуцул Елене Васильевне и главе администрации Кировского района Республики Крым Янчуковой Елене Михайловне. Добрый день, уважаемые жители. У нас сегодня
сегодня с вами действительно радостное мероприятие. Мы открываем придомовую территорию после капитального ремонта. Я рада вас приветствовать на этом мероприятии. Формирование современной комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения. Благодаря реализации проекта благоустроена придомовая территория, заасфальтированы дороги, установлены скамейки. Хочу выразить огромную благодарность в первую очередь главе администрации Кировского района Янчуковой Елены Михайловны и всем ее специалистам, которые помогали нам как благоустраивать, выделять средства и проводить субботники. Спасибо большое, Елена Михайловна, в первую очередь вам. Особую благодарность хочется выразить главе Республики Крым Аксенову Сергею Валерьевичу, который выделяет средства на наши проекты. Надеюсь, впереди нас еще ждет большое процветание Золотого поля, Кировского района и всей нашей Родины. Наше село – это наш общий дом, и от нас с вами в первую очередь зависит, насколько комфортно в нем живется. Давайте и в дальнейшем совместными усилиями будем поддерживать чистоту и уют наших улиц и домов. Желаю вам всем, вам и вашим семьям добра, мира, благополучия и мирного неба. Спасибо. Дорогие друзья, прекрасное, хорошее, доброе событие. У вас обновленный двор. Я хочу пожелать, чтобы вам в этом дворе жилось комфортно, радостно, чтобы было меньше поводов для печали и огорчений. Насколько у вас будет здесь уютно и тепло, в дальнейшем зависит во многом от вас. Если не поддерживать чистоту и порядок, то тогда и этого порядка просто-напросто не будет. Я хочу пожелать вам в такой прекрасный день, естественно, мира над головой, мира в ваших семьях и мира в душе. С праздником и будьте счастливы! Добрый день, уважаемые жители Золотого поля, а также гости, присутствующие здесь. Работа по благоустройству дворовых территорий, она очень большая и объемная. В первую очередь то, что уже сказала Ольга Владимировна, выполнение работ, то есть подготовка проектов, защита этих проектов, согласование, получение финансирования из республики. Сегодня реализация этого проекта была осуществлена благодаря соглашению между правительством города Москвы и Республикой Крым. Конечно же, мы в первую очередь благодарны президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, который поставил задачу для всех нас, жителей и крымчан, не только жителей всей России, а именно нас, крымчан, для того, чтобы мы обратили внимание в первую очередь на те места, где мы живем, и не сетовали на то, что мы живем в сельской местности. У нас в сельской местности комфортно, у нас много зелени, у нас огромные территории, которые позволяют нам жить в экологически чистом месте. И, конечно же, работа направлена по приближению условий нашей жизни к комфортной городской среде. Это зависит от всех нас. Сегодня жители многоквартирных домов должны в первую очередь знать и понимать, что жилищный кодекс Российской Федерации определяет, что жители многоквартирных домов являются собственниками не только своей квартиры, но и всего внутридомового имущества, а также земельного участка, на котором расположены дома и этими дворовыми территориями. Конечно, прошло много лет, если не возвращаться в историю тех событий, когда никто не обращал внимания и не
ухаживал за своим двором, мы на этапе начала реализации проекта видели, насколько эти дворы были запущены. Деревья выросли, их никто, за ними никто не ухаживал. Дорожки заросли травой, которые существуют, тоже не обращали на это внимания. Ну и, конечно же, дорожное покрытие, подъездные пути и подходы к подъездам тоже пришли в негодность. Сегодня эти программы, которые реализуются на уровне государства, они реализуются только лишь по той простой причине, что жители многоквартирных домов, собственники этих дворов, они не в состоянии такую большую сумму собрать и это отремонтировать. Но мы должны понимать, что участниками этой программы не является только город Москва и Республика Крым, или администрация сельского или района, потому что жители тоже являются участниками реализации этой программы. И все зеленые зоны, которые находятся в каждом дворе, они ложатся на благоустройство и на плечи самих собственников. В ваших домах имеется управляющая компания, которая вместе с вами определяет и поддерживает эту чистоту. Это колоссальный труд многих людей. И, конечно же, хотелось бы, чтобы вы не остановились на том, что сегодня есть. Существующая спортивная площадка, она тоже должна постоянно ухаживаться. Детские площадки, все малые архитектурные формы. Если вам для комфорта чего-то не хватает, вы можете собраться на свое собрание и на собрании принять решение об устройстве любых зон отдыха по вашему усмотрению. Для этого либо вы можете самостоятельно это сделать, либо поручить управляющей компании из ваших средств на текущее содержание домов это сделать, либо найти какой-то или еще другой способ. Я хочу сказать о том, что очень недолго существует красота, если к ней относиться потребительски. Если дома не помыл один или два дня посуду, то мы прекрасно понимаем, что будет на нашей кухне. Точно так и во дворе. Я хотела бы, чтобы все взрослые приучали этих замечательных детей. Кстати, некоторые из них участвовали с нами на субботнике и очень активно с мамой со своей помогали убирать дорожки. Ничего в этом страшного не было, поэтому, уважаемые родители, сегодня у нас призыв простой. Дети играют, родители убирают. И приучайте, пожалуйста, подрастающее поколение к тому, чтобы они берегли все, что есть на территории вашего двора, и не только двора, а на территории всего села. Вы видите, насколько интенсивно у нас развивается, в том числе и золотое поле. У нас садик обновлен, в школе ежегодно проходят определенные мероприятия, перекрыта крыша, установлены ограждения. Сейчас проводится ремонт в рамках обустройства точки роста, проводится текущее содержание кабинетов, отремонтирован актовый зал. Большую работу администрация сельского поселения проводит по участию в программе развития сельских территорий через Министерство сельского хозяйства. И уже на территории Золотополинского поселения установлено несколько и спортивные, и детские игровые площадки в местах общего пользования. Это очень большая работа самой администрации сельского поселения. И, конечно же, Ольги Владимировны, которая со своим коллективом неустанно разрабатывает эти проекты и потом их реализовывает. Конечно, реализовать самостоятельно проект это сложно, потому что если брать вашу дворовую территорию, у вас с тех давних времен остался тот же газойдер или остатки от него. Элементы на прилегающей территории, котельной, которая когда-то отапливала эти дома. И очень много
здесь было моментов, которые не вошли в проект, который мы реализовывали по соглашению с между правительством Москвы и Республики Крым. А ряд этих мероприятий было выполнено благодаря усилиям и финансированию вашего сельского поселения. Это тоже много значит, потому что в селе еще очень много других забот и задач. Но тем не менее, реализовывая такие проекты и программы, мы вместе с главами поселений пересматриваем все вопросы и стараемся максимально уделить внимание тому месту, где устанавливается и делается что-то новое, для того, чтобы был эффект, для того, чтобы вам было комфортно. И я вас, Ольга Владимировна, вас и ваш коллектив благодарю, вон девчата стоят. Это очень сложная работа, и, к сожалению, хотелось бы просить вас, жителей, не только показывать на недостатки, а участвовать в работе, участвовать в реализации проектов. И, конечно же, если у вас где-то что-то, по вашему мнению, вы считаете, что надо сделать, в первую очередь вы должны идти в администрацию сельского поселения. Вот. Там в любое время есть специалисты, которые запишут ваши пожелания, обязательно передадут, и мы все вместе при формировании будущих бюджетов, при формировании каких-то проектов и программ, по возможности это учитываем. Я благодарю подрядчика, который тоже выполнял эту работу. Это серьезная работа, и вы, кто здесь проживаете, вы видели, сколько пришлось сделать, сколько демонтировать, как это все сложно было устанавливать. Вот. Но тем не менее, работа завершена. Строительный контроль подтвердил качество и правильность выполненных работ. Ну, а если, еще раз повторюсь, чего-то не хватает, вы вправе со своей управляющей компанией эти все вопросы дополнить и решить. Я поздравляю вас с этим радостным событием. Желаю, чтобы в вашем дворе было всегда комфортно, тем более, что ваши дома уже прошли капитальный ремонт. И не забывайте, уважаемые жители многоквартирных домов, что взнос на капитальный ремонт уплачивается постоянно, а не до того момента, как вам сделали ремонт. Потому что этот ремонт делается за общие средства всех жильцов многоквартирных домов по очереди. Накапливается сумма, часть домов ремонтируется. И все продолжают этот взнос платить. Это очень важно, потому что некоторые думают, что сделали капитальный ремонт, все, у нас все хорошо, платить не надо. Не забывайте, что сюда потрачены средства всех жителей многоквартирных домов Республики Крым. И так по очереди. Поэтому это очень важно. Сегодня все дома и все жители мечтают, чтобы их дома капитально отремонтировали. И, конечно же, они ждут этого дня. Здесь, на вашей территории, мы видим, насколько это все изменилось и насколько улучшилось в целом и инфраструктура, и, конечно же, в связи с тем, что утеплены дома, у вас энергосбережение тоже уже присутствует. Я хочу... А где вы, на спортивную площадку потом пойдем, или они здесь? Где мои спортсмены? Дети есть спортсмены? Ну, что там они в поле? Идите ко мне. Потому что тут самые, вот они, самые активные. Давайте, Ольга Владимировна, сразу всем раздадим подарки, чтобы они играли в мячики. Вы видите, какие дети у нас, ваши дети, которые здесь занимаются. И, конечно же, они участвуют в различных соревнованиях. Где ваш тренер? Кто капитан команды? Ну, иди тогда. Давайте быстренько, некогда. Подходите сюда, становитесь. Становитесь все ближе. Держите. Вам на всех мячей. Это не значит, что вы их берете домой. Это значит, что вы с тренером с пользой используете эти мячи в своей игре. Договорились? Успехов вам. Всех с праздником. Будьте здоровы, счастья и побольше нам реализации проектов на нашей территории. Спасибо большое за поздравления, за пожелания. А теперь с мячами. Более старшие дети идут на спортивную площадку, а самых маленьких ждет аниматоры. Они могут поплясать, потанцевать, в конкурсы поиграть на детской площадочке. Приглашаем туда, пожалуйста. Ну, а мы продолжаем нашу праздничную программу в честь открытия после капитального ремонта наших дворовых территорий. Мы строим свой дом.
сердце свое, место, где счастливы мы, где живем, там, где нас любят, где ждут всегда, там, где нам не страшна и беда. Мы можем менять адреса и дома, а можем все время жить в одном. Все, что хорошее было тогда, в дом свой сердечный мы внесем. Где бы мы ни были, где бы мы ни жили, какие бы трудности ни проходили, мы можем уверены быть в одном. Мы строим свой дом в сердце своем. Наше золотое поле – это частичка нашей малой родины, которая процветает в составе России. Вашему вниманию песня «Золотое поле» в исполнении ансамбля народной песни «Воскресение». Руководитель Людмила Костюкова, концертмейстер Ришат Сидометов. Давайте поприветствуем наших артистов. Сегодня на нашем празднике участвуют самые активные, талантливые дети нашего села. Встречайте, Елена Пьянзина. Она для нас прочитает стихотворение «Моя Россия». Давайте поприветствуем, пригласим девочку на нашу сцену. Что такое Россия? Это жаркое лето, когда много цветов на зеленом лугу, когда брызги на море жемчужного цвета, когда хлеб созревает и косят траву. Что такое Россия? Это чудная осень, когда в небе курлыча летят журавли, когда шишки созревшие падают с осен, когда шишки созревшие падают с осен. Простите. Когда шишки созревшие падают с осен, когда кружатся листья до самой земли. Что такое Россия? Это зимняя сказка, когда снег серебристый лежит на земле, когда мчатся мальчишки с горы на салазках, когда виден узор на оконном стекле. Что такое Россия? Это полная жизни, счастья, бодрости, радости, света, весна. Когда дождик прохладный на землю вдруг брызнет, когда лес зашумит, отошедший от сна, когда ветер прохладный траву молодую волнует, когда птицы поют снова в нашем краю. Я Россию свою, мою землю родную,
словно мать дорогую, очень нежно люблю. С праздником вас Спасибо. Поздравляем, много радости желаем. А еще, как говорится, счастья в жизни вашей личной. Никогда чтоб не грустили, с горем не встречались, чтобы больше веселились, чаще улыбались. Мы приглашаем на нашу сцену Ольгу Кулиш. В ее исполнении прозвучит песня «Дождик». Песню. Ну а мы продолжаем нашу праздничную программу. Коль песня рвется из души,
ее ты не удержишь. Ходят женщины в ансамбль с охотою, надеждой. Они общаются, поют и вместе отдыхают. С руководителем своим в концертах выступают. В исполнении ансамбля народной песни «Воскресенье» прозвучит песня «Хуторок». Солист Ришат Сидометов. Приехали гости из Кировского, наши коллеги. Давайте встретим их аплодисментами. Встречайте, Наталья Кудерова и Сергей Козлов. Русских не победить! Черёмка, а рядом тополёк.
Вот идет Алёнушка, а рядом Василёк. Облака кудрявые, бескрайние поля. И все это родина моя. Русская народная великая страна, гордая, свободная нам Господом дана. Много сотен лет Россия, матушка, живет, никогда Россия не умрет. Там, где русские, там всегда, и победа на всех одна. Если родина значит мать, русских нельзя сломать. Там, где русские, там душа, каждый русский кузнец левша. Душу русскую не убить, русских не победить. Выйду в поле чистое, со мной моя семья. Зоренька лучистая, разбудит соловья. Реки серебристые, озера как моря, и все это родина моя. Русская народная великая страна, гордая, свободная нам Господом дана. Много сотен лет Россия, матушка, живет, никогда Россия не умрет. Там, где русские, там всегда, и победа на всех одна. Если родина значит мать, русских нельзя сломать. Там, где русские, там душа, каждый русский кузнец левша. Душу русскую не убить, русских не победить. То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Но хочу вам сказать, что медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет. Там, где русские, там всегда, и победа на всех одна. Если родина значит мать, русских нельзя сломать. Там, где русские, там душа, душу русскую не убить, русских не победить, русских не победить, русских не жители Золотого Поля, всем крепкого здоровья, счастья, любви, мира, процветания вам, процветания вашему селу и нашему любимому Кировскому району. Ура! Спасибо. Пусть небо будет мирное над нами, пусть будет жизнь по-доброму светла. Мы празднуем сегодня вместе с вами. И всех вам благ, здоровья и добра. Гуляй, Россия, гуляй красиво! Исполняет ансамбль народной песни «Воскресенье». Ветер молодой поклонился хлеб.
хлебом, соли, праздник удалой. Как вино в простых ромашек песня хороша. И гуляет на распашку русская душа. Гуляй, Россия, гуляй красиво, а мне по сердцу. Мы всем вам желаем счастья. Мы уверены, что жители и гости Золотого Поля оценят качественную работу строителей, которые постарались сделать это место зоной комфортного отдыха и плодотворной, уютной жизни. Хочется отметить и тех, кто вложил личный творческий вклад в создание нового облика нашего двора у многоквартирных домов. Эти люди работали с душой, увлеченно. Результат, думаю, вы уже оценили высоко и будете с уважением ко всему относиться и беречь. Мы продолжаем нашу концертную программу и приглашаем на нашу сцену Сергея Козлова. В его исполнении прозвучит песня «Мой дом, Россия». Всем хорошего праздничного настроения! Я выйду за город, на пиво колется, боится ложка над головой. Машет ветками моя околица, и пахнет клевером стихи зимой. Уеду за море на зиму целую, полюбопытствовать в чужом краю. И где же самые березки белые, от удивления не узнаю. Грибного лета, дожди косые, родного дома тепло и свет. Мой дом Россия, мой дом Россия, и лучше дома на свете нет. Мой дом Россия, и лучше дома на свете нет. Веселее! Молодцы!
По лужам высохши, плывет развалочку моих корабликов бумажный флаг. Детство давнее бросает чалочку, и мама с улицы на мой зарок. Видного лета дожди косые, родного дома тепло и свет. Мой дом Россия, мой дом Россия, и лучше дома на свете нет. Мой дом Россия, мой дом Россия, и лучше дома на свете нет. Мой дом Россия, мой дом Россия, и лучше дома на свете нет. Наш дом Россия, наш дом Россия, и лучше дома на свете нет. Спасибо! Сергей, мы вас не отпускаем, вы нам очень понравились нашему селу, правда? Да! Не слышу ваши аплодисменты. Спасибо. Отпускаем мы в Кировск или оставляем жить в Золотом поле? Наверное, оставим его, правда? Уж очень хорошо он поет у нас сегодня. Спасибо. Желаем только добра, радости, всех земных благ. Спасибо, что сегодня пришли и приехали. Надеемся видеть вас здесь часто и в кругу друзей и родных. Ну, Сергей, мы не отпускаем вас, да? Аплодируем! И просим спеть песню, которая называется «Желаем». Конечно, мы вам сегодня желаем только мирного неба над головой, счастья, здоровья. Давайте послушаем нашего прекрасного Сергея Николаевича. Вам сцена. Спасибо. Солнце ярко светит, и смеются дети, и мы рука в руку идем с тобою рядом, и говорить не надо, все и так понятно, и мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтоб до стали жили, чтоб кого не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Я желаю мира, я добра желаю, и каждому здоровья от всей души желаю. И мне немного надо, хочу, чтоб были рядом любимые и вся моя родня. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтоб то старые жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Солнце ярко светит, и смеются дети, и мы рука в руку идем с тобою рядом, и говорить не надо, все и так понятно, и мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтоб до старых жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали, чтоб до старых жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Дай-на-на-на-на-на, дай-на-на-на-на-на, дай-на-на-на-на-на-на, дай-на-на-на-на-на-на, дай-на-на-на-на-на-на.
праздником, дорогие! Желаем вам процветания, процветания вашей преддомовой, преддворовой территории, чтобы было всегда так уютно, чисто, тепло, и в сердцах у вас всегда светило солнце и любовь. Спасибо вам, дорогие! С праздником! Дорогие односельчане, я хочу вас спросить, знаете вы ли, что написано на гербе нашего Крыма? Какие слова? Я вам подскажу. Процветание в единстве. Поэтому только в единстве, только в дружбе, только сообща мы с вами можем добиться больших успехов. Я к чему это веду? Сейчас вот вы все сидите на своих стульчиках, я попрошу подняться. Почему? Потому что мы этот большой праздник хотим закончить большим дружным хороводом, чтобы действительно, как написано на гербе нашей республики, мы были едины, были сильны, помогали друг другу, вот делали вот такие вот успехи и концерты. Поэтому не стесняемся, поднимаемся, дети, все взрослые, места тут у нас всем хватит, мы сейчас сомкнем большой дружный хоровод и станцуем танец дружбы. Выходите, я вас жду. Мы сейчас должны выйти, после чего звукооператор нам включит музыку. Пожалуйста, будет очень весело, я вас уверяю. Пожалуйста, давайте все поднимаемся. Дружный, веселый хоровод. Давайте, давайте, поднимаемся, поднимаемся, не стесняемся. Сегодня наш праздник, сегодня все для вас. Поэтому мы сейчас танцуем, и я вас всех очень прошу, давайте подходите, мы вас ждем. Пошлите, не стесняйтесь все, молодые, ничего страшного не будет. Остальные, давайте, подходите. Подходите, девочки, давайте, подходите, давайте. Аля, пойдем. Давай, давай, здравствуйте. Пошлите. Давайте, кто есть, остальные еще. Давайте, подходите. Веселее, веселее! Можно присоединиться. А где у нас мужчины-то? Хотя бы одного на рассаду. Присоединяемся, не стесняемся, выходим. Немножко размяться. Веселее. Вот такой хоровод у нас. Хороший. Красивый, симпатичный. Какие у нас девочки, какие у нас девушки! Эх! Красавицы! Золотополынские!
прекрасное настроение. Солнышки там не поет, не поет. Дождь и камина, темно не видно. Солнышки там не поет, не поет. Сегодня праздник, открытие придомовой территории. Браво! Аплодисменты, пожалуйста, нашим участникам. Спасибо. Дорогие друзья, давайте все вместе споем песню «Есть только миг». Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалось и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалось и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир пролетит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, на миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Именно он называется жизнь. Именно он называется жизнь. Дорогие друзья, наше мероприятие подходит к концу. Всем спасибо за участие. Мира и процветания вам. Процветания вашему золотому полю. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо, дорогие. Вот и подошел к концу наш праздник. И мы должны попрощаться с вами и сказать «до свидания», чтобы встретиться вновь.
И пусть наша следующая встреча состоится здесь, в этом прекрасном месте, в селе Золотое Поле, на открытии других новых объектов. До свидания, до новых встреч. Спасибо за внимание, дорогие односельчане.